Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим курицу с рисом в сметане. Для приготовления нам потребуется 500 грамм курицы без кости, у меня филе бедра, 2 полных мультистакана длиннозерного пропаренного риса, это 280 грамм, 3 мультистакана холодной воды, это 480 миллилитров, 20 грамм сливочного масла, 80 грамм сметаны 20% жирности, долька чеснока, чайная ложка хмели-сунели, 1 треть чайной ложки черного молотого перца, чайная ложка соли и 2 столовые ложки подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем масло, выкладываем курицу, порезанную не очень крупно, измельченный чеснок, специи, соль, сметану, промытый рис, холодную воду. Аккуратно все перемешиваем, соль, специи, все должно распределиться равномерно. Сверху добавляем кусочки сливочного масла. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution M800 на режиме рис крупы 40 минут. Рис с курицей готов. Аккуратно все перемешиваем. Сам рис получается рассыпчатым. Курица очень ароматная благодаря приправе. Вкус получается сливочный благодаря сметане и сливочному маслу. За основу этого блюда я взяла курицу, приготовленную по-кабардински, добавила рис и получила полноценное второе блюдо. Оно очень вкусное и ароматное. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!